Всем привет! Сейчас мы продвигаемся мимо еще одного варианта задворок или лондонского мюз. Это район Шепардсбуш, и как видите, данные задворки в какой-то степени уникальны, поскольку представляют из себя, если так можно выразиться, задворки односторонние. То есть напротив этого ряда домов вовсе не другой такой же ряд домов, а плотные заросли кустов, поскольку прямо за ними внизу проходит железная дорога. Собственно, ничего особенного я сейчас не показываю. Это тоже, в целом, довольно типичная для Лондона зарисовка местности. А как это выглядит со стороны, вы сможете увидеть в конце этого сюжета, когда я доберусь до, собственно, моста. Кстати, пока вот я здесь иду, то зрители, возможно, этого не слышат, а я слышу, как в зарослях кустов постоянно происходит какое-то движение. Это шастают белки, голуби, возможно, коты и даже какие-нибудь крысы. Всегда в поисках чего-то, а именно воды, еды и впечатлений. Практически так же, как и люди. Вообще, что касается людей, то, как вы видите, здесь их нет. А значит, и я вполне безнаказанно могу сказать в адрес людей несколько теплых слов. Ну, во-первых, приближается знаменитый ежегодный Карибский карнавал, а это значит, что к Лондону стягивают спецназ, водометы и тяжелую технику. Никто не знает, сколько в этом году будет разбито витрин, побито окон и осквернено дверей подъездов. Никто не знает, сколько народу приедет ночевать в реанимацию по причине передоза, алкоголя, веществ и просто живого общения, надеюсь, не на живого. В общем, на эти дни лично я отбываю в один из малых британских городов. Со своей, разумеется, камерой, а насчет спецназа и водометов – это, конечно же, шутка. Во-вторых, в этом году британская система здравоохранения объявила мне войну и больше не будет снабжать меня успокоительным. Поэтому я уже очень скоро оборву, что называется, цепи и помимо просто тревел-тематики, снова примусь за свои любимые псевдоэзотерические запилы, за что заранее искренне прошу прощения у зрителей. Но в остальном все у меня хорошо, погода терпимая, камера пока работает, а санитары не обижают. Всем приятных выходных и всем пока!